Всем привет! Сегодня у нас в работе двигатель ОМ457 с Мерседеса. Сняли, подали нам для проверочки. Пробег больше миллиона. Что делать, не делать, мы точно не знаем. Год у него 12-й. Будем смотреть, разбирать. Ух ты! Трещина обнаружилась только что. Странно, по какой причине. Так вот, будем разбирать, снимать мы топливную аппаратуру, соответственно, форсунки, ПЛД-секции. Заглянем камерой, посмотрим состояние гильзы поршневой группы. Снимем поддон, посмотрим вкладыши и, соответственно, самое главное, распредвал. Исходя из этого, будем планировать дальнейшую судьбу этого мотора. Видно, что он, ну, подкидывал уже масло. Сапуна эта трубка идет. Смотрим. Вот здесь вот есть маслица. Ну, по факту везде будет. Смотря какого как уже расход масла. Так, и есть отличительная черта. Крышечка. Видимо, либо кожух менялся с миксера, с бетономешалки, то есть со спецтехники кожух стоит. Возможен блок. Ну, надо смотреть. Будем разбирать, может быть, увидим. Первым делом я откручиваю и демонтирую впускной коллектор. Здесь мы видим попадание влаги в первый, второй и третий цилиндры. Далее мы откручиваем топливные трубки. Затем откручиваем топливные проводы, так называемые морковки. Извлекаем их и оцениваем состояние.
Попробуй пока так, потом прибавляй. Если окажется мало. Открутив прижим форсунок, берем обратный молоток и извлекаем форсунки. Компрессор ты снимаешь? Чем здесь такая гайка, не понимаю, на 46? А? Чтоб ты не нашел. В дороге у тебя сломается компрессор, чтоб ты хрен открутил. Осмотрев цилиндры эндоскопом, я обнаружил следы коррозии в третьем цилиндре. При открутке ПЛД-секций рекомендую вам не откручивать сразу два болта, а ставить один из них наживленным, так как ПЛД-секция может выстрелить и принести вам увечья. Дергиваем ПЛД-секцию со своих мест с помощью обратного молотка и только после этого выкручиваем оставшиеся болты. Во время, вовремя.
Да, светайте. Николаевич. Ставь себе будильник. Как у Сони. Это шефовский, ну наши, я имею в виду. Так говоришь, литра хуитра не надо, да? Все, ёпта. Николаевич, я там все написал. Молодец. Все заебись там. Там надо отписать. Говорит о том, что клапана не делал. Итого мы выяснили, что шестой и второй цилиндр у нас шипит только вниз, соответственно через кольца немного клапана держит, все остальные клапана впускные не держат совсем. Компрессия есть во всех остальных гораздо слабее. При разборке двигателя снял когда гильзы, увидел вот такой вот сюрприз. В системе охлаждения кто-то где-то когда-то забыл тряпочку. Гуляла она по водяной системе, по рубашке. Там видны куски. Размотала ее, размахматила. Ну, видимо, с охлаждением были какие-то проблемы.
Так, вот мы поменяли гильзы, кольца, очистили поршня. Вот, видите, мы его поставили, подкинули новые вкладыши. Сейчас мы меняем сальник передний. Будем закрывать поддон, ставить, делать головки и устанавливать их. Так, ставим мы сальник. Оригинал. Вот таким вот образом. Раз. Затягиваем болты ГБЦ с помощью гидрометрическим ключом с заданным моментом. Thank you.
ставим метки на болтах и доворачиваем два раза по 90 градусов. Клапана на данном моторе мы регулируем следующим образом. Ставим первый шестой цилиндр в верхнюю мертвую точку, когда поршень у нас в самом верху. При этом шестой цилиндр в перекрытии, а первый для регулировки, когда оба клапана слабых. Регулируем первый цилиндр, впускной и выпускной клапан. Второй цилиндр регулируем впуск. Третий цилиндр выпуск, четвертый цилиндр впуск, пятый цилиндр выпуск. Метим отрегулированные клапана и делаем оборот двигателя таким образом, чтобы у нас первый цилиндр стал в перекрытии, а шестой, естественно, в такт регулировки. И регулируем оставшиеся неотмеченные клапана. Ну вот, собственно, двигатель-то готов. Отдаем теперь на установку. Будем ставить, запускать. Всем пока.